как у Бузовой, в два раза толще, но главное – живой. Поросенок Пухля по имени персонажа из Gravity Falls украсит новогодние снимки как минимум 4 благовещенских семей и оставит массу впечатлений самым юным участникам фотосетов. Полуторагодовалая Варя пятачки прежде видела только на картинках. Потрогать настоящий за полчаса съемки так не решилась. Давай печеньку, давай, иди к бабе. Новогодний символ в семье Натальи Челединовой появился пару месяцев назад. Двухнедельного вьетнамского поросенка, что помещался на ладони, выкармливали детской смесью. Когда подрос, перевели на коровье молоко. Но, как настоящий ребенок, Пухля больше любит печенье и шоколад. Обижается и взаправду плачет, если лакомства не дают. У меня дочери 1,5 года. Она его тоже и обнимает, и целует. И они вот вместе прям бесятся. А старшие мальчишки, у меня 2 мальчика еще, он с ними прям как собака. Бежит за ними по коридору, бегает. За ноги пытается носки стянуть. Вот так грызет, там вообще вещи раскидывает. Фотосессии с поросятами в Благовещенске – настоящий тренд. Предварительную запись фотографы и владельцы мини-пигов открыли еще в начале ноября. За аренду хрюкающей модели в среднем просили от 1,5 до 2 тысяч рублей в час. Они веселят очень-очень. Все, кто снимается, прям их так это забавляет, когда начинают кусаться. Да, они кусаются своими пятачками. Кажется, что мягкий, на самом деле там либо хрящик, либо косточка, я честно не знаю. Вот, и он начинает тебя подкапывать. Вот они роют тебе под ноги, это на самом деле больно. Фотографироваться с Пухлей благовещенцы смогут не только в Новый год. В январе-феврале поросенок переедет в один из городских зоопарков. К тому времени наберет еще 10 кг, и в обычной городской квартире ему станет тесно. Мария Селезнева, Сергей Захарушкин, программа «Город».